В этом году на питание для школьников выделено на 10% средств больше, чем в предыдущие годы. В горисполкоме отмечают, в будущем постараются еще увеличить финансирование питания. Для определенных категорий детей кормление будет и в этом учебном году осуществляться бесплатно. У нас существует сегодня недофинансирование, к сожалению, потому что средств нам не хватает, прочих категорий детей, первых-четвертых классов, но теперь вот, поскольку мы объем средств увеличили на 10%, мы сделали еще один шаг для улучшения питания детей. Но еще раз подчеркиваю, малообеспеченные семьи и дети-инвалиды, они обеспечиваются 100% питанием. Также в следующие 2-3 года горсоветом будет разработана программа по модернизации школьных столовых и замене плит на энергосберегающие.